Всем добрый день! Сегодня у нас 25 апреля, понедельник. На улице потеплело, 16 градусов. Муж у меня уехал на дачу, там у него обязательства невыполненные. Вчера вечером мы заезжали, нам дали сирень, махровую, белую и сиреневую. Ну, так как саженцы там, наверное, штук их может быть 8, они между собой все перепутались. И вот не знаем, какой саженец белый цвет, какой саженец сиреневый. Ну ладно, как-нибудь будем разбираться, несколько штук посажу там на даче, может быть парочку. Вот остальную сирень вот сюда хочу посадить себе под окно. Вот, сегодня я дома варю кашу. Вот пшенную кашу варю, из духовки сейчас вытащила посмотреть, что там у меня. Она у меня здесь с тыквой. Вот, варю для нас, для всех, но стручок придет, наверное, со школы сейчас мой маленький. Скажет, что это там желтое, есть не буду. Вот, и начнет. Суп у меня сегодня с белыми грибами, тоже начнет, наверное, кочевряжиться. Ну, придется шантажировать компьютером. Так, вот я. А у меня на канале есть уже, как я готовлю кашу пшеную. Посмотрите. Отдельно я тыкву поварила. Отдельно, значит, молочко с пшеном. И покипело немножечко. Я соединила все и ставлю в духовку на минимальный огонь и томится, как это у бабушки в печке. Так, сейчас я опять в духовку засуну и мы встретимся. Здесь я порезала замороженные белые грибы. Муж с севера привозил. И вот их немножечко там маслица. Я их вроде как это термической обработки. Еще они хоть отваренные были, но все равно. Немножко я их как пропариваю. Вот жидкость вся выпарилась. Сейчас я не хочу допустить, чтобы они жарились. Сейчас немножечко водички еще сюда добавлю. Так, а здесь я обжарила лук и морковку. Вот. Здесь вот у меня осталось немножко фарша. Я делала пельмени. Но также хочу добавить в бульон. Вот, и картофель вот у меня здесь. Вот так вот я порезала картофель. Дальше покажу. Так, вот, девочки и мальчики, обжарила. Ну, как обжарила? Ну, говорила вам, да? Не допускала, чтобы жарились, так пропарила. Сейчас вот содержимое этой сковороды я вот в эту вот кастрюлечку все положу. Поставила чайник, налила, чтобы был кипяток. И потом вот это все залью кипятком и буду доводить до кипения. Вот соединила грибочки, лучок и морковку. Вот, накрутила с этого фарша вот таких клубочков. Вот, все-таки мясной бульончик будет. Хотя суп с грибами, с белыми варят и без мяса. Сами по себе грибы белые очень вкусные. Но куда девать вот фарш? Сделаю уже такой мясной. Чайник вскипел, заливаю я горячей водой. Оставляю место. А, ну так у меня не полно, как раз будет хорошо. Потому что будет еще картошка зайдет сюда. Посолим сейчас. Закипит, добавим картошку. Не. Картошку мы добавим после того, как положим мясные шарики. Мясные шарики закипят, а потом картошку добавлю. Пока супчик закипает, достала кашу. Проверяем.
красивый цвет такой от тыквы получился, такой желто какой-то оранжевый. Скоро мерза приедет. Вся она у меня на минималке стоит в духовке. Я сначала духовку прогрела на максимуме, а теперь на минималке стоит, как в бабушкиной печке. Еще сейчас поставлю, так минут на 15. Так, закипело. Сейчас поставлю кашу в духовку и будем закладывать колобки. Я весь процесс показывать не буду, чтобы время ваше не тратить. Вот сейчас все положу, следом пойдет картошка. Покипела с колобками. Слила картошку, закладываю картошку. Хочу показать вам вот такие губки Селеста, фирмы Селеста. Там три штучки. Я сейчас разрезала, одну вытащила. Они под вакуумом были, плоские совсем. Вот, я уже вот третью использую, да, девчонки. Знаете, надолго как хватает. И как она промывается хорошо. И ничего на ней не остается. Хорошо вымывается вот эта штучка. В общем, нигде ничего не крошится. И прям надолго очень хватает губочки. Прям рекомендую. Я лично прям довольна. Вот. Вот такой вот сейчас буду мыть посуду. Вот такой вот губочкой. Супчик почти готов. Запах, конечно, такой от грибов белых. Вот он там получается вот такой какой-то вот, как это, густовато немножко от грибов. Картошка там вот сварилась. И в конце вот добавляю. Так, у меня здесь лаврушечка. Три горошка перчика душистого. И два кубика замороженной зелени. Зелень сейчас прокипит. И будем выключать. Скоро уже и каша дойдет. Вот сегодня у меня как бы деревенский обед. Хотя с сегодняшнего дня пост начался, но моя семья пока не постится никто. Я пробовала как-то, я не могу поститься. Мне плохо становится, у меня, наверное, обмен веществ неправильный. Вот, если я не ем мясо, я вообще тут в обмороке падаю. Плохо мне становится. До трясочки прям. Вот такой красивишный суп получился. Сейчас попробуем посоль. Угу. Так, этой ложкой уже не полезем. Которую я облизала, надо досолить. Так. Досолим. Ну все, суп готов. Всем приятного аппетита. Скоро дочка придет на обед. Вот и муж приедет голодный с дачи. Он у меня в среду уезжает на работу. Я хоть немножко разгружусь вот от готовки такой.